по каким-то законам природы на вербное воскресенье полагается ветер и прохладно. Сегодня суббота существенно потеплела. А так и должно быть. И кто этого не видит, они скажут: совпадение, совпадение, совпадение. А я им скажу: все совпадения существуют только для того, чтобы мы с вами что-то понимали и в чем-то начали лучше разбираться. Да? И в этом тоже. И в этом тоже. Мы никогда не совпадаем просто так. Мы совпадаем только когда понимаем. Иначе говорят: мы совпали с тобой во мнениях. Или не совпали. Значит, не поняли друг друга.